В Тюменской области проверяют исправность газового оборудования. Специалисты службы обойдут всех потребителей. Только на юге региона плиты на голубом топливе используют более 200 тысяч семей. Еще порядка 130 тысяч отапливают газом дома. По правилам эксплуатации, все оборудование должны осматривать не реже одного раза в год. Стоимость проверки зависит от типа устройства и стартует от 400 рублей. Если сотрудники службы обнаружат утечку, то плиту немедленно отключат и объяснят потребителям дальнейшие действия. За недопуск в квартиру собственника накажут штраф 2000 рублей. Графики размещаются на сайте нашего предприятия «Север-04». И каждый потребитель имеет возможность ознакомиться с графиком. То есть когда, в какой период специалист газовой службы придет и проведет техническое обслуживание.